Войска Московского гарнизона к параду Победы готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу. Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, наши уважаемые зарубежные гости, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Они стремились добить врага. В этом году традиционные торжества в честь победы проходят в России 24 июня. Ровно 75 лет назад, в ознаменование окончания Великой Отечественной войны, здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный парад победителей. Уничтожил 75% от общего числа самолетов. Объявляется минута молчания. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы память о ваших героических свершениях никогда не померкла. Это долг нашей совести и нашей ответственности перед настоящим и будущим. Слава поколению, победившему нацизм! Слава героям Отечественной войны! Ура!